Привет, ребят. Пошлите, покажу вам наш номер 333 в отеле «Аурора Резорт». Заходите. Заходим в номер, попадаем вот в такую большую светлую комнату. На мое ощущение, это 27 квадратов, ребят. Сразу присутствует полноценное зеркало. Так, и у нас роскошные мягкие кровати. Каждое спальное место 140 на 2. Матрасы, правда, мягкие, лично проверили, уже спим 3 дня. Телефон работает, зона для посидеть. Так, балкон, телевизор, туалетный столик, зеркало, тумба для обуви, огромный шкаф-купе с полками, с вешалочками. Ванная комната шикарная, большая, просторная, с хорошей каменной столешницей. Так, и что у нас тут? Зеркало, подсветка, полотенчики. Так, ванна, полотенце, душ. Все работает, вода горячая присутствует. Всем довольны. Номер действительно хороший, ребят, большой, светлый. Современная такая стильная обстановка. Посмотрите сами. И давайте выйдем на балкон. Сегодня погода немножечко не солнечная, но все равно выйдем и покажу вам наш вид, потому что вид у нас шикарный. У нас заявлено вид на сад. Вот он, наш сад. Конечно же, видно даже море. Вот, ребят, пожалуйста, вид моря с балкона тоже видно. Номер хороший, всем довольны. Единственное, он не солнечный. В общем, вот такой, ребят, у нас номер. Единственное, вот то, что на балконе никогда не бывает солнышко. В остальном, правда, претензий к номеру нет. Шикарный номер, шикарный отель. Так что приезжайте, наслаждайтесь. Хорошего отдыха. Всем пока. Удачи.